Ты в чем выперлась? Что? Когда из дома выходила, ты в зеркало вообще смотрела? Кенч, а чё с тоном? Да потому что который раз мы с тобой куда-то собираемся, ты выглядишь как Чиполлино. Пошел ты! Охренительно! Сгоняли погулять. Ты реально думаешь, что после этих слов она с тобой куда-то пойдет? А чё? Я просто ей сказал, что мне не нравится, в чем она одета. Братух, я понимаю то, что девушка должна выглядеть хорошо. Но если ей в этом комфортно, то чё ты свое мнение навязываешь? Пацаны, много вы в этом понимаете вообще? Да ладно, шмотки. Ты слышишь, как ты с ней общаешься вообще? Ни один уважающий себя пацан не будет с девушкой так общаться еще и на улице. О, привет, можешь капкан позови? Она к тебе не выйдет. Малой, ты что-то не понял? Я говорю, капкан позови, пожалуйста. А мне кажется, это ты не понял. Тебе бы было бы приятно, если твою сестренку какой-то дурак до слез доводил. Или говорил то, что она некрасива. Я единственный мужчина в семье. И я не позволю, чтобы какой-то олень так обращался с моей сестрой. Все-таки... Нет, чтобы я тебя больше с ней не видел.